Всем привет, мои хорошие! Сегодня показываю новинки своих украшений с камнями Сваровски, покрытые золотом и платиной. Вообще, изначально я хотела себе купить новые золотые сережки. Пошла в наши ювелирные магазины и, если честно, была просто в шоке от цен на золото. У меня сразу автоматически отпало желание что-либо покупать. Даже на обмен выходило довольно-таки дорого. Я решила найти альтернативу замену золотым украшениям, которые по внешнему виду не будут отличаться и не хуже золотых, и будут по качеству также хороши в носке и прослужат мне верой и правдой долгие годы. Начала читать в интернете, по отзывам, зная, что сейчас довольно-таки популярны украшения с позолотой, но мои украшения еще лучшего качества, потому что здесь более плотное покрытие платины и золота, которая приравнивается несколько микрон. Интернет-магазин, на котором я все себе заказывала, нашла по отзывам покупателей. Кому интересно, я оставлю ссылочки под видео, пройдите, посмотрите, какой там ассортимент. Реально цены недорогие. Надеюсь, данное видео вам понравится и станет полезным. И давайте же, наконец, буду показывать, что же я себе тут назаказывала. Как вы уже догадались, все украшения пришли мне в таких красивых коробочках бумажных с бантиком внутри, цветная бумажечка и в ней завернутые украшения. Все украшения на сайте выполнены из сплава благородных металлов. Это серебро и медь, которые покрыты или платиной, или золотом. Первый комплект я сама составила себе на сайте, можно покупать все по отдельности или вместе. Если покупаете вместе, то цена получается более выгодная. Первое украшение – это стильное колечко с кристаллами Сваровски, оно покрыто платиной. Очень красиво, так дорого, элегантно смотрится. Довольно-таки популярная модель и колечко, и сережек. У меня, кстати, есть такая же модель сережечек из натурального золота. И как по мне, по внешним данным, кольцо нисколько не уступает сережкам. И то очень красиво, дорого смотрится. Хорошее качество, я ношу его с удовольствием, оно никак меня не царапает, не травмирует. Все очень хорошо, аккуратненько сделано. И я смотрю, что многие обращают внимание и думают, наверное, что это белое золото с какими-то драгоценными камнями. И к этому колечку я подобрала вот такие красивые сережечки, миленькие. Эта модель называется Мэрилин. Также они идут с кристаллами Сваровски и покрыты слоями платины. Это сережки-гвоздики, очень маленькие по размеру, аккуратненькие, нежные, такие романтичные. Мне очень нравится эта модель, красиво смотрится на мочке уха. И вместе, конечно, с кольцом смотрится изумительно. Получился комплектик. Я уже одевала этот комплект в предыдущих видео и смотрела, как они смотрятся со стороны. Очень осталась довольна этим комплектиком. Качество изумительное. Я уже и купалась с ними, и мыла руки, и мыла посуду. Ничего с ними не произошло, ничего нигде не отвалилось. Но злоупотреблять этим не стоит, дабы данные украшения прослужили вам верой и правдой долгие годы. Следующее украшение – это колечко. Такая же модель, как с синим камушком, только камушек такой сиренево-розовый. И то колечко, конечно, очень красиво смотрится. Также оно покрыто платиной, идет с камнями Сваровски. Я специально заказывала две одинаковые модели, только с разными камнями, потому что сейчас так модно носить, когда одинаковые модели, только с разными цветами камушков. Очень красиво смотрится, просто обожаю. Когда одеваю два эти колечка, я смотрю, что прямо все обращают внимание на кольца. Очень классно вместе они смотрятся. Обожаю эти колечки, ношу и буду носить с удовольствием, с огромным. Следующее украшение именно такие я хотела из настоящего золота. Это сережки, довольно-таки элегантные и богатые. Они у нас идут с покрытием золота 585 пробы, также с камнями 100% настоящими Сваровски и черной эмали. Окрас этих сережечек, расцветка напоминает окрас хищных диких животных. Очень все красиво смотрится, замечательно сделано. Мне нравится вот такая застежка, она очень удобная. Ничего нигде не давит, они не спадают с ушек и смотрятся как из настоящего золота. Очень такие красивые, реально такие элегантные и дорогие. И довольно-таки хорошее сочетание золота, Сваровски и черной эмали. Замечательно все смотрится, также их ношу с удовольствием. И последнее мое украшение – это мой первый браслетик Шамбала. Как мне не стыдно в этом признаться. Я давно не засматриваюсь, мне они очень нравятся, но я почему-то думала, что вот эти все камушки-стразики подпадают в первый же день. К счастью, я ошибалась, ничего этого не произошло, все камушки у меня на месте и по сей день. Данный браслетик очень хорошо сделан, так добротно, выполнен он ручным способом, и мне захотелось не классический браслет Шамбала, а именно такой формы. Хотя, наверное,
Так как я осталась им довольна, закажу себе и классическую форму Шамбала, только с другими цветами шарика. И мне хотелось чего-то летнего, такого нежного, розового, струящегося, и я заказала именно в розовом цвете. Очень довольна, просто идеальный вариант для молодых, стильных, энергичных девушек. Здесь он растягивается и подойдет под любой объем запястья. И здесь без труда вы сами себе можете все подогнать. Правда, первое время у меня это не совсем хорошо получалось, я просила мужа, но потом как-то приловчилась, и теперь мне это не составляет труда. Сзади вот такие бусинки свисают, очень красиво смотрится, на солнышке приливается неимоверно и подходит под любые наряды. Идеальный вариант на лето. Вот такая вот красота. С удовольствием ношу и обязательно закажу себе и другие в других цветах. Вот и весь мой заказ с сайта Клеопатра. Надеюсь, вам понравилось данное видео, оно стало для вас полезным. И напишите, пожалуйста, какое из украшений вам понравилось больше всего. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока, до новых встреч, люблю вас!